Сегодня мы находимся в одной из ведущих школ города Москвы и, наверное, я скажу, всей нашей России. Это школа семьи Тарасовых. После дня одного занятия, а оно продолжается очень интенсивно, и люди выпадают из временного пространства, из пространства окружающего мира города и уходят вглубь творчества, художества, в мир красок, в мир, в тонкие миры. И это самое большее, самое сильное впечатление. После только одного дня занятий в этой школе вы будете создавать потрясающие шедевры. Пусть они не будут так профессионально выписаны, как многие художники пишут, как художник Шилов выписывает портреты. Пусть это будут просто наброски, мазки, но в них будет сосредоточена великая сила и энергия. А всегда, когда смотришь на картины, ты не смотришь, бывают очень потрясающие картины, но в них нет жизни, они мертвы. Но иногда несколько мазков создают такой шедевр, от которого нельзя оторваться, потому что человек, который пишет эту картину, он закладывает в них свою энергию, энергию, которая дается свыше, из космоса, от Бога. Поэтому здесь, как в процессе учебы, когда это происходит обучение, навыкам писания, вкладывается не только как держать кисточку, какие накладывать краски, а во время учебы идет великое медитационное состояние, закладывающее в человека, в его подсознание эту великую энергию. Мелодии флейты сочетаются с картинами, которые пишут ученики. Философское размышление, отношение к краскам, как живым, с радостью обращаться, как накладывается грунтовка, что должен в это время чувствовать человек. Это очень великие уроки. Редко кто дает такие уроки. Вот. И я благодарен семье Тарасовым, что они открывают многим людям огромнейший мир. В них мир творчества, мир тепла, духовного общения и всю нашу Вселенную в картинах. Спасибо путешественнику Валентину Ефремову, пилоту воздушного шара «Святая Русь» и прочее.